беззаконие, осеняй Твоего давати пришествие, и Твой возирающий пречисто Бог Господи на благодаре, покрый наш истинный Твоего Слово, и избави нас от всякого зла, творящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спаси души наши. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Помни всего мира благостояние святых Божиих церквей и соединение всех. Господу помолимся. О святем храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих в огонь, Господу помолимся. О великом
посети виноград сей и утверди его же насади десница Твоя. Нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, свято-троицкий Сергий Лавры, священного архимандрита, и господина и отца нашего блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского и всея Украины, свято-успенского Киево-Печерского Лавры, священного архимандрита, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благообразные очи и веки в небе и в Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство Ежего Христе Диаконства, весь священский монашеский чин и притча церковный, протоиерей Александр, братья святого храма сего, строители, благодетели, благоукрасители храма, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Ради Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Слава Твоей Небесной славе, такого благодения Твоя от нас, нам,
молящимися. Благослови Высокопреосвященнейший Бог и Бог, святый хлеб. Аминь. Благослови Владыка святую чашу. Аминь. Благослови Владыка святую обоя. Духом Твоим святым. Аминь. Аминь.